Вчера произошло знаменательнейшее событие для Armored Warfare проекта Армата. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин посетил стенд с игрой во время своего визита на форум «Интернет-экономика 2015». И даже похвалил команду проекта за то, что игра продвигает за рубежом российские технологии и военную технику. Осчастливленная команда проекта запостила эту новость в ленте новостей и на сайте игры. А я вот сижу и думаю, это что же за благодарность такая за продвижение российских технологий и военной техники? Это фактически похвалить разработчиков за то, что в игре вообще есть российские танки. Видимо, их могло бы там и не быть. Ну да, а почему, собственно, нет? Причем странно, что президент не подчеркнул важность продвижения российской техники среди именно геймеров всего мира, ведь именно геймеры в компьютерные игры являются основными покупателями нашей военной техники. Кстати, интересный факт. На сайте GamesMail.ru написано, цитирую, «Президент ознакомился с игрой и похвалил команду проекта за то, что игра продвигает за рубежом российские технологии и военную технику». А на сайте непосредственно самой игры написано, «Президент заинтересовался проектом и похвалил команду за популяризацию отечественных военных разработок». То есть немножко непонятно, за что именно Владимир Владимирович хвалил игру, за продвижение или за популяризацию. А может просто мимо шел, а тут Владимир Владимирович, монитор по акции не желаете? Ну вообще, конечно, я угораю, ведь все мы знаем, что Armored Warfare только тем и занимается, что продвигает в мире российскую военную технику и популяризирует ее. Поэтому давайте представим, король Саудовской Аравии и Барак Обама обсуждают покупку новых танков. Послушай, Барак, я отношусь к тебе с большим уважением и не хочу, чтобы между нашими семьями, то есть сторонами, были какие-то разногласия. Но мы не будем покупать ваши танки. Поиграв в Armored Warfare, мы поняли, что они настоящее дерьмо. Они пробиваются в нижний лист, они пробиваются в верхний лист, они вообще во все листы пробиваются. What's this nigga talk? American tank the best of the best in the world. Do you play on the Russian tank in the Armored Warfare? That's really shit, man. Because they crashing in back shit of the armor and very low hit point. Да, поэтому мы будем покупать Ариету с экранированными бортами. Мы уже созвонились с Берлускони, он согласен. В крайнем случае, мы купим Леопард 2 у этой жабы Меркель. Нам нужен Т-90МС и два боекомплекта фугасов.